О, кошечки наши. Сегодня у нас 14 декабря 2018 года. Вот наша трапезная. Пришли. Так, значит, наш крест прикладывает священнический. Вот интересно происхождение этого креста. Я сижу на машинке, печатаю. В это время пришел один знакомый брат и говорит: закройте глаза. Я закрыл. А тут цепочка такая священническая. И он пришел и на меня надел. Я смотрю. А зачем это? Не знаю. А как же ты сделал это? Не знаешь. Ну, вот я пожелал так сделать. А я думаю, это от Господа было. Я снял, так я говорю, я же не священник, он, покажи. Угу. Вон они пришли какие. Киски, давай, киски, киски. Я не священник. А взято было там, где расстреливали священников. Я пошел на то место, а там кости, черепа валяются. Ну, я сообщил местные органы КГБ. А ребятишки берут черепа, фонарики там зажигают, и свечки там бегают с ними, пугают друг друга. Около церкви, тюрьма. Около церкви, говорят, около тюрьмы. В Барнауле. Ну, и потом я пошел, кажется, на следующий день туда. А уже все зарыто. КГБ прислали людей, там все это окружили, вызвали технику, зарыли эти расстрельные ямы, кости все собрали. А то говорят, говори, не говори, я в это не верю. Говорить, это значит пользу иметь. А крест этот я взял с собой. Он у меня был с собой, я на шее, я не священник-то. Я его взял с собой, и вот так он у меня в кармане был. Но меня арестовали. Я понял, что меня могут его отобрать. Я тогда взял и спрятал его. А на обыске там звонит такая, такой прибор. И они... И можно закрыть, наверное, будет. Нет. А? Не надо закрывать? Нет. Они же здесь сейчас. Ну смотри, сам-то не упади. Не, не упаду я. И вот это я спрятал. И на обысках нигде не могли найти. А я его пронес. Вначале я его спрятал под подошву. В сапоге. А потом... На крест нельзя наступать, и мне некуда девать больше, я все сняли. Но потом Господь указал как. И мы сидим, когда Пичугов Виталий Николаевич, у меня был следователь, я говорю, отношения хорошие наладились, он потом крещение принял. Это Бог делает так. Что такое миссионерская работа? Вот я попутно это все говорю. Я говорю, Виталий Николаевич, вот у меня есть одна вещь, ее не могли найти на обыске, но я... Чувствую, у меня очень дальнее прилежит. Меня посылали на психиатрическую экспертизу в Кемерово через Новокузнецк ехать. Вот они где. Ну, хорошенькая. Да она вот она где. Ну, иди сюда. Иди, киса, киса, киса. Ну, ладно, она же отвыкла от меня. Он говорит, обещаю. Я говорю, жене отдадите, да? А что у вас? Я говорю, крест я пронес один, серебряный крест. А как вы его пронесли? Я говорю, ну, я вам скажу. Ну только точно-точно вы. Да. Я тогда беру, и пайку хлеб дают, а я ее выскоблил. И вот так поперек, вот так на уголок положить, она как раз входит в это. Ну, кирпич, когда хлеб дают, и туда мякиш этот размочил опять, заложил, засушил. А они, когда все, хлеб здесь в сторону. Я говорю, да у меня не хватает, я берегу на всякий случай хлеба-то. Ну и они проверяют, а его, который звенит-то, не показывает, а на столе лежит. Уходим, я опять взял его и пошел. А он не вытерпел это. Взял крест мой, я в кабинете сижу, где-то спрашиваю. А он пошел в другой кабинет и к тому следователю говорит, вот чудо у меня какое-то. У меня, говорит, один такой попал. Это я, говорит, прошу. Его, говорит, по санкции московской КГБ заарестовали, когда отца Дмитрия Дудко. И он мне, говорит, дальше вот так, хотите сказать, говорит, он... Пронес, говорит, такое, что ни одного не мог найти, ни на одном обыске-то. И показал. А у него на допросе там сидит заключенный. Я говорю, глаза. А он потом этого заключенного к нам в камеру прислали. И он все это рассказал. Так что крест распятия особый для меня. И у нас никто никого не благословляет, батюшка там в храме. А здесь он лежит, и кому надо, подходит, берет и прилагает к болящему месту. Ко мне приехал человек, у него вены раздулись. Там операции готовятся, то другое. Я говорю, у меня вот есть крест, если можно, хочешь? Конечно. Ну, я говорю, смотри, Андрей Федотович, если исцеления не будет, и на Бога не возвращи. Да нет. А он старообрядец. И он тогда взял, помолился, везде приложил. Кажется, утром встает, у него ничего нету. А как так? Подсохло все, где у него там гноилось, кровоточило. Я говорю, я сам не знаю.
маленьких детей подводят, но никто ни на кого не кладет. Сам каждый, вот он лежит, бери. Мы зашли с Володей сегодня сюда, потому что ночью я получил письмо из нашей администрации ресурсов. Нашими ресурсами, ну, не я командую, а администрация. Много они закачивают, берут. У нас где-то было 12 человек, сейчас примерно 17 человек. 17, которые помогают. Аудио переводят, видео там нужно где-то взять, заснять, прийти, кто-то оплачивает. Это не... Мое-то здесь только, как говорится, мое, мой материал, мозг мой. И сегодня заказ такой был. Спрашивают книги ваши приобрести. Ну, сделайте маленький ролик-то, расскажите, чтобы знали. Я рассказываю, говорю, у меня есть где. Нет, тогда ролик. Ну, я под роликом тогда еще подпись сделаю. Вот это вот 38 книг. 38. Первая издана была книга стихов. Вот у меня. Ее нет. Я даю только, допустим, на Испанию одну послал, на Францию одну, на Австралию один экземпляр. Вот. Церковь, свобода, тюрьма. Это первые стихи мои. Они тут есть, вот смотри. Я сейчас покажу. На музыку положу. Не упади. Да, я знаю. Как трудно было. Вот видите, это мои стихотворения. Служение апостолов. Вот все это о миссионерстве. Важность коровы. Вот тут даже посмотреть. Какое? Враг, друг. Гори, костер, гори. Видите, это надо специалисту было делать. Дальше. Симфония на неканонические книги. Самая полная из всех существовавших. Я даже могу это открыть, показать. Она мне далась труднее всех. По благословению епископа. Я вот так положу, чтобы не качалось. Предисловие. Ну и вот как она выглядит. По типу полностью я сделал схожее с Вернигородской. На канонические. Это на неканонические. Вот здесь еще зафиксируй. И в конце, тогда не было возможности. А здесь я добавку сделал. Вот смотри. Вот. Вставка какая. Дальше. Вот здесь предисловие есть или нет, я не знаю. Сейчас я гляну. Это очень важно. А вот. Зафиксируй. Первая книга моих стихов вышла. Она маленькая. Потом будет еще 4 книги по 800 страниц каждая. Вот трясется. В каждом стихотворении 9 четырехстрочных куплетов. 36. 36. Вот я просто попутно это все сказать хотел. Что это означает? Вот стихотворение. И напротив каждой строчки, вместо Святой Библии откуда это взято? Вот стихотворение. Посмотри как. Все говорят, как красиво. Библию надо открыть 36 раз. Такого никогда не было в мировой практике. Тоже интересно, что Господь сделал. Ну, дальше издана была к истинному православию. Это я 40 лет собирал материал. Вот здесь вот. К истинному православию. Тоже предисловие надо будет заснять, чтобы человек увидел. Это очень и очень нужная книга. По ней диссертацию защищает. Там мне позвонили и говорят, вы знаете, что вот сейчас у нас семинаристы, говорят, пишут. Ну, вот, что-то не дается она мне. Вот она мне. Руки трясутся. Вот предисловие какое. Где крест. Что-то у меня трясется. Вот. Я покажу сейчас оглавление. Вот какое содержание. О чем речь. Почти 40 лет собирал материалы для этой книги. Помогали люди. Вот на все эти темы. Более подробно, думаю, что нельзя.
составить. Тут все, абсолютно все. Ну и одна книга является ключом ко всем книгам. Это вот она как издана, ламинированная. Второе издание. Для слова Божия нет уз. Вот предисловие прочитай, ту и другую страницу. В каждой книге, вот эта книга, 752 страницы, 64 фотографии цветных страниц. 64 страницы. Вот. Я просто показать хочу здесь. Притом это, ну, вот, допустим, цветное. Интересно, где я нахожусь, а прямо напротив это самая краевая администрация. Меня арестованного ведут. А это цветы летят. Это июль 86 года. Июль-август. Вот она как выглядит. И это она вся составлена практически из одних документов. Вот начинается как? Вот посмотри. Вот здесь показать, маленько захватить. О. Вот оно. Это как бы в предисловие входит. Маленько. Еще. И кто это пишет? Балашов Николай, доктор богословских наук Московской патриархии. Тогда он еще даже не священник был. Он много-много мне помогал. Да воздаст ему Господь. Вот. И дальше книга. Вот это я вел занятия в университетах, отвечал на вопросы и по блаженному Феофилакту. Ну и говорят, надо сохранить это все. Ну, вот смотри, начинается как. Прочитать. Предисловие. Том. Я думал, что том один будет. 752 страницы. Один. И поэтому не указано здесь, что том первый, он единственный был. Но я не рассчитал силы. Не то, что там я на себя больше взял, а просто не рассчитал. Сейчас заголовок даже покажу. Маленько. Так, Господи, благослови. Вот оглавление. Посмотри как. Хотя бы так, кратко. Надо где-то как-то приткнуть, чтобы оно не тряслось. И особенно вот это черное. По каким темам? Жирным. Это оглавление. Оглавление только в одной книге. Это на какие вопросы я отвечал в университетах. Это с кафедры все материалы. И вот как интересно, один человек приходил и все время записывал. А потом подходит и мне подает две коробки. Коробки эти, ну, кассетный магнитофон. Вот еще маленечко глянуть, вот это. Я, говорит, уезжаю, вам это дарю. Я вступительное делал, по Царю Небесной мы пели. 60 проповедей на эту молитву сказал, по 20 минут, примерно 25. Вступительное. Вот оно. Тут все вопросы. Ну, понятно, о чем. А получилось, что не один том, а тут не написано, вот он, нету. А вот второй том, уже написано второй том. И получилось, что таких книг у меня будет 33 тома. А я думал, что один будет. Почему? Это океан. Здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Каждый вопрос отвечается, что об этом говорит Святая Библия с неканоническими книгами. Что говорят святые отцы, это 300 томов фолиантов. Что говорят правила канонов, книга правил, 719 правил. Что говорят жития, 1173 жития, 12 книг Дмитрия Ростовского. На каждый вопрос именно это. Вот надо взять. Ну о чем? Ну о чем? Вот это у меня противосектантская книга. Вот. Четвертый это с какими людьми как беседовать. Третий том вот это. Это все Гюстава Доре картины. На вот здесь. Как основывать общины. Что надо говорить. Вот дальше. До 13-го тома. В мягком переплете. Это льняная обложка. Не упади, пожалуйста, приди. А вот это с 13-го тома. Тут уже пошли наполовину. То есть уже переплет. Видите, как здорово сделано. Как. 64 страницы цветных
фотография будет. Вот так. Ну, любую вот я возьму. Вот это вот полностью посвященный разбору Корана. Коран, по сурам и аятам. Никаких нападок. А что было сказано ими? Поэты, писатели, политические деятели. За 1300 лет что сказали? И поэтому, вот как, по благословению. То есть я стою. И вот начинается как? Вера, Евангелие, Коран. В сравнении с Библией. И вот они, у них зеленый свет, она зеленого цвета. Конкретно, определенно. А вот это золотого цвета, что? Здесь я отмечаю, Талмуд разбираю. Это 12 томов еврейских. Золото любят евреи. И все о них. Вот человек хочет быть благословенным, он должен платить десятину. И никогда не поносить, не ругать, а желать блага, благословлять избранный Божий народ, иудеев, то есть евреев. Так они ограбили, меня это не касается. Они захватили, меня это не касается. Мне повеление дано молиться о них, молиться и благословлять, а не проклинать. Вот смотрите, вот допустим, вот этот том, 26-й, о чем он говорится? Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Вот такой-то вопрос. Ну, что бы ни сказал, это я в университете, когда вел занятия. Вот смотрите, здесь все поэты. Ну, может, даже и не все. Мне говорят, ваши стихи примерно... Кому вы подражаете? Я не подражаю, но схожие больше всего с Бальмонтом Константином Дмитриевичем. У меня 3467 стихотворений, они в книгах помещены. Каждое стихотворение 36 строчек, и у каждого эпиграф из Священного Писания. Вот они, поэты. Русские поэты за 300 лет. Я без Евгения Евтушенко этого бы никогда не издал, благодаря его помощи. Ну, этих поэтов собрать и все это. Я его материалы брал. Картины, и вот смотри, сколько. Это вот, посчитай где-то. Эту книгу в библиотеках не могут удержать. Если это человек-литератор, он обязательно ее утащит. Здесь Рилеев, здесь кто такой? Рождественский. Вот оно где. На каждый вопрос, который мне задают, вот я примерно покажу. Вот вопрос. Смотри. Мне вопрос задают. Прочитай, что написано. Вслух. Я не вижу. Можно ли проверять свои мысли, читая классиков, или только читая Библию, можно почтить самого себя и дать правильную оценку своим действиям? Вот ответ. Видите, какой шрифт? Вот теперь дальше. На каждый вопрос, это я перед студентами, отвечаю 6 поэтов. Вот такой-то поэт, кто это сказал? Долматовский, место писания. Дальше, кто это сказал? Вот большое такое стихотворение. Здесь написано, Владимир Солоухин, эпиграф из Священного Писания. Третий поэт, кто сказал? Исаковский, место из Священного Писания. Дальше, следующий, кто сказал? Симонов Константин, место из Священного Писания. Еще кто сказал? Здесь Георгий Владимирович Иванов. Место писания. И еще кто сказал? Сергей Михалков. Все, новый вопрос. На каждый вопрос 6 поэтов. По теме, о чем именно? Как революции там было или еще что-то. И вот 30 томов. Вот они, заканчиваются. И вершина всего это Новый Завет. Вот я его сейчас возьму. Вот он как выглядит. Закладочки цвета нашего флага. Покажи его. Любимый флаг. Единственный за всю мировую историю, который показывает земную жизнь. Думать о небесном и белый престол суда. Это вне конфессиональный, вне это, исторический он навсегда. Вот оно. Я показываю, сколько чего стоит, спрашивают. Цена, конечно, может меняться, но по сегодняшний день у меня стоит уже много лет на этом. Вот здесь что? Каждый том – это толкование Нового Завета с откровением. И раскрашенное нами Густава Доре. 230 картин. И 10 какой? Это третий том. И 10 картин из классики. Вот оно. Классика. А почему? Потому что здесь 297 комментариев.
Это классика. Всего 10 картин. Убивает. Постриг. Помпея. Пожалуйста. Боярыня Морозова. Ну и здесь картина, как явление Христа народу. 10 картин. Святитель Христов Никола. Ну тут выпала у них подпись. 230 картин Гюстава Доре. Вот это вот три. Да. И к истинному православию вместе 75 евро. Все вот это вместе занимает 30 килограммов весу и 1,40 м, если их на полку поставить. В храме. Вот все вместе книги 750 евро. В храме. По дню издания беру еще. А уже нашем... сколько издания? Сейчас я скажу. С 2-го года, кажется. Минутку. Кажется, нет, так. Нет. Ну да, 16 лет назад. Интересно, стол сделали, он как раз по на эти книги. Я кончил, просто вошел от края до края. Ну все это так странно. Ну что про это еще сказать? Сначала с книгами нужно ознакомиться. А в интернете я покажу, где они находятся. Ознакомиться. А потом, соответственно, спрашивать по скайпу или в моем мире. Я отвечаю, как переводить деньги. Человек переводит, квиток посылают сфотографированный. Деньги получаются. После этого книги отправляются. За пересылку это отдельная цена. За пересылку, за коробки, за все. И отправляется. Конечно, пересылка сейчас дорого стала. Но того стоит. Видели вот эти у меня книги в библиотеке Владимира Путина. Владимира Владимировича Путина, президента. Вот из этого, что сделано, вот это вот комплект. Примерно 600, это только открыто, подарено мной в библиотеке. Я проехал с братьями от Владивостока до Лиссабона. И везде полный комплект дарили, на все есть документы. В библиотеке имени Ленина в Москве, в исторической библиотеке, в парламентской, в Киеве, в парламентской и национальной библиотеке. То есть в Дании, в Королевской библиотеке, посланы там в Шотландию, Великобританию, и где мы ездили, мы туда проехали на машине, везде. И везде дарились книги. То есть даром подарено больше, чем 650 с лишним, да еще здесь раздано. Ну, примерно 80% даром из этого, что издано, подарено людям. Для Бога. Выгоды, конечно, тут никакой нету. И какие выгоды, если больше половины в подарок ушло? Вот так. Так. Ну, вот, например, сказать, что еще о книгах сказать-то? Ну, что, не ошибись, тебе, может, они не нужны. Поэтому и не надо трогать. Книги, конечно, мало осталось. Вот у меня в Барнауле, а не в Барнауле, пришлось два экземпляра дать в библиотеку краевую Шишкова. Я однажды пришел и говорю, на книги никто не считает ваши. Я пришел там, а где книги? А на руках. Она говорит, да не возвращаются книги, это вот в чем беда. А половина книг, говорит, директор взяла и не отдает. Книги, они написаны в пророческом духе, никому не приглядываясь. Здесь мировая поэзия за 200 лет, русская поэзия за 300 лет. Все на основании, допустим, 7-8 том, я отвечаю перед студентами, что по вашему вопросу говорили святые. Жития святых, 12 томов Дмитрия Ростовского. Ну, Бог дал мне память, я сразу им отвечаю. И показано на основании житий святых. Иногда на один вопрос я беру выдержки, уже дома тут с этим, бывает до 7-8 разных житий. На один вопрос. Вот этого было так, и вот этого так было, и это вот жития святых. У меня это есть. Я не показал ее. Ну да, не показал. Это уже те святых. Вот, да, ну, забыл, закрутился. Симфонию составил. На одну книгу благословение двух епископов. И вот эту прочитай здесь. Я забыл еще сейчас минуточку. Ну все, дальше начинается. Конкретно какое слово? Вот я на выбор открываю. Вот оно. Какого числа? И кратко
Вот здесь я покажу, оглавление не показал еще. Так, минуточку, придется показать. Пожалуйста, засними. Не, вот так вот, вертикальный. Проведи по ним. Страница, это помогал мне Судников. Отец Нафанаил тогда был он, сейчас Николай Николаевич. Это обязательно надо. Вот я забыл, вот тут закрутился. Другой ролик уже не составишь. Это какие, по каким темам можно найти дальше. Обязательно заснять надо. Сейчас, минуточку, сейчас. Это помощница книга для всех православных проповедников. Так, еще минуточку. Почти все будет. Кошки разыгрались тут. Ну и вот это можно даже заснять. На той стороне немножко. Глянь, я сейчас забыл Новый Завет. Подожди-ка, Новый Завет показать. Так, где она у меня лежала здесь? Под крестом. А вот здесь. Новый Завет не показал содержание. Подождите. Вот, он закрутился. Это первый том. Том первый. Это второе издание. Книга написана. Дальше. Вот здесь. Медленно-медленно покажи. Тут обязательно надо знать. И вот как оно издано, посмотрите. Вот где-то надо выделить места. Это какой у меня первый том? Они выделяются крупным жирным. Обратите внимание на слова блаженного Феофилакта. Вот они. Дальше отчеркивается двумя черточками. Где-то вот они. И Элла, Игнатий Лапкин. И моих 297 комментариев на это. То есть я расширяю. Расширяю толкование, не толкуя ничего. Объясняя, по какой причине это сказано, то другое. Так, и в конце... Вот это вот оглавление даже показать. Подожди-ка. Вот посмотрите. Так, 297 комментариев. Большие комментарии есть. Здесь вот в первом томе из Владимира Филимоновича Марцинковского «Достоверно ли Евангелие?» Оглавление комментариев. Вот это стихотворение еще покажи. Комментариев. Теперь вот смотри. Комментарии какие. Это на бумага такая. Вот они комментарии. На какой странице? Кажется, 430 страниц только толкования апокалипсиса. Вот вместе с апокалипсисом, блаженный Феофилакт, чтобы в одном издании, вот это три тома, это впервые за 2000 лет вышло такое. Вот здесь показать. Повторяю, впервые за 2000 лет. Блаженный Феофилакт заканчивает евреями послание и все. А здесь вместе. Повторяю, 80 страниц здесь. 80 полных, без обрезья, чтобы больше было.
святых фотографий Густава Доре. Самая полная. Вот. Здесь. Это второй том. Маленечко показать можно чуть-чуть. В первом томе одно добавлено. Добавлено там. А здесь вот слово Иоанна Златоуста на Пасху. Вот оно где идет. 752 страницы. Вот Новый Завет. Кто это написал? Никитин Иван Савич. Это уже как бы, ну, тут страницы свободно остаются, а мне надо, чтобы 752 было. Дальше. Чуть не на мусор. Вот, показать, какие вопросы. Не вопрос, а, ну да, как бы комментарии. Я подробно отвечаю здесь. И не толкую ничего. Внимание обращается только на необходимость исследовать Священное Писание и проповедь. Два момента, о которых говорит Блаженный Феофилакт. Предисловие практически, ну если так разбирать, ничем не отличается, но что-таки есть. И оглавление. Это второй том. Вот смотри. Чуть-чуть только заглянуть сюда. Так же самое. Прочитай, проведи. Второй том. А вот третий том. С толкованием откровения. Тоже так же посмотри, заснять. Так же самое. В каждой книге 80, тоже Новый Завет, 80 картин Гюстава Доре раскрашенная. Ну и здесь уже показано. Так, минуточку, сейчас я покажу. Тут стихотворение. Вот оно. Комментарии вверху. Здесь меньше, потому что большую полкниги занимает толкование откровения Иоанна Богослова. Из всех святых отцов, собранных Геннадием Фастом, ныне доктор богословия. Да благословит его Господь. Вот оглавление. Все? Слава Божию. Еще вот это глянуть. Подожди-ка. Уже много, Игнатий Васильевич. Вот, замечательно. Вот, вот. Последний, 30-й том. Как оно выглядит? Вопрос. И сразу же начинается вопрос, Библия, Христос. Вопросы, ответы и проповеди мои. Все, благодарю за внимание. До свидания. Что непонятно, спросит.